Так, какое сегодня число? 19 июля 2020 год, Харьков. Ты представляешь, ливень вот недавно прошел у нас. Какой нам большой каньон сделал. Вот это да, в прошлом году мы здесь ехали вообще, ну и намека на такие. Геологические терраформации. Не было. Да подожди, аж снимай, сынули. Ты посмотри, что творится. А вот это решили по случаю приобретения нового велика проехаться, посмотреть. Хорошо, ночью не поехал я сюда, слышишь? Сынуль, тебе удобно там ковыряться? Ужас, это ж какой тут поток был, ты представляешь? Ой, вниз. Так, ладно, поехали на Бобровку.